Друзья, всем огромный привет! Сегодня мы с вами находимся в гипермаркете «Светофор», магазин «Маяк». Он находится по адресу город Ульяновск, проспект Созидателей, 116. Посмотрим сегодня здесь с вами ассортимент и новинки. Всем приятного просмотра! В продаже появилась соль для посудомоечных машин, «Селеста» называется, защищает от известкового налета, предотвращает образование накипи и продлевает срок службы посудомоечной машины. 2 килограмма здесь масса. Упаковочки большие, цена 78 рублей. Есть еще вот такой вариант, цена одинаковая. Еще одна новиночка – это биоактиватор для дачных туалетов и выгребных ям. С максимальным эффектом уменьшает неприятные запахи, ускоряет разложение органических отходов и бумаги. Безопасен для окружающей среды. Работает до 12 недель. Бутылки 750 мл, цена 245 рублей. Также есть детское мыло для стирки, My Teddy называется, подходит для всех типов тканей, здесь 120 грамм в кусочки, цена 25,90. Также есть хозяйственное мыло, 72%, тоже предназначено для стирки. Легкая стирка, меньше усилий, подходит для белых и цветных тканей, отстирывает манжеты, воротники и носки. Торговая марка Flora. И масса. Номинальная масса 150 грамм. Стоимость 14,90. А еще завезли вот такой шампунь, эконом-вариант. Называется «Выгодный крапива» для всех типов волос. Здесь 1000 мл. Производитель Россия, город Челябинск. Шампунь зеленого цвета, очень жидкий, цена 32 рубля. В этом магазине в продаже есть вот такой парфюмированный скраб-маска для тела на основе глины. Называется «Happy Woman. Очищение, восстановление, питание». Так, содержит белую глину, масло ши, миндальное масло и масло виноградной косточки. 250 грамм здесь в упаковочке, стоимость 150 рублей. И снова особая серия, это очищающий крем-гель для душа, восстанавливающий коктейль молочко алоэ вера. Здесь 500 мл, дой пакет, стоимость 45 рублей. В продаже есть зубная паста с биоактивным комплексом для укрепления десен и свежего дыхания. Называется Натусана. 98% природных ингредиентов она содержит, изготовитель Германия. Здесь 100 мл объем и стоимость 95 рублей. А еще здесь в продаже есть зубная паста Локолют Basic. Ежедневный уход за зубами, крепкие зубы, здоровые десны и свежее дыхание. В упаковочке здесь 60 грамм, производитель Германия, цена 74 рубля. Стиральный порошок для цветного белья Биолан Супер Эконом. 5,4 килограмма, стоимость 240 рублей. Еще один выгодный стиральный порошок, эконом вариант Лотос. Здесь 6 килограмм, цена 158 рублей. И еще один эконом-вариант стиральных порошков. Это универсальный стиральный порошок, называется «Бирюса» с ароматом лимона. Подходит как для стирки в машине-автомат, так и для ручной стирки. Здесь 9 килограмм, цена 297 рублей. В продаже есть и детские стиральные порошки. Имеется вот такой в продаже «Бэби» 3,8 килограмма, цена 157 рублей. А это стиральный порошок для цветного белья, называется Tide Aqua Pudra. Большая упаковка, здесь 9 килограмм, рассчитана на 60 стирок, цена 700 рублей. И есть стиральный порошок тоже для цветного белья Ariel Expert Classic. 5,7 килограмм, чуть меньше упаковочка, на 38 стирок, рассчитана цена 400 рублей. Смотрите-ка, что здесь завезли. Туалетная бумага в больших упаковках, называется Plush Light. Такие вот рулончики. Однослойная бумага, 48 штук в упаковке, цена 289 рублей за целую вот такую вот упаковочку из 48 штук. Снова завезли вот такие гелевые поглотители запаха для холодильника. Он в виде лимончика. Это эффективное средство, которое устранит любые неприятные запахи, возникающие в холодильнике. Эффективность этого средства до 3 месяцев, здесь 65 грамм. Производитель Китай и стоимость 70 рублей. Друзья, здесь в продаже в огромном количестве термоскатерти на стол. Они размером 60 на 100 сантиметров, изготовлены из 100% полипропилена. Они здесь в таком ассортименте, смотрите, как их здесь много. Просто выбор огроменный на любой вкус и цвет. Есть какой интересный с лаймом, с ягодками. Красивые. И еще, причем они идут двухсторонние. Обратите внимание, если с этой стороны темная расцветка, можно перевернуть и сменить, например, тон.
Красиво, очень красиво. Стоимость 57 рублей за штуку. Также в огромном ассортименте здесь есть матрасы Холкон, они размером 80 на 200 на 5 сантиметров. Стоимость 1110 рублей. А это флисовые пледы, называются «Сова» и «Жаворонок». Уютные, теплые, размер 130 на 150. Сделаны в России, город Иваново, в составе 100% полиэстер. Стоимость 262 рубля. Еще один вариант, тоже флисовый плед, уже размером 150 на 200 сантиметров. Цена 353 рубля. А еще здесь есть пледы «Вилсофт», называются «Марианна». Сам плед называется «Грация», цветовая гамма, видите, какая интересная была, они однотонные, без рисунка. Размер пледа 180 на 205 сантиметров, производитель России, город Москва, в составе 100% тоже полиэстер. Вот такие пледики тоже здесь есть, только серого цвета в наличии, и цена 980 рублей. В продаже есть обалденные махровые полотенца. Смотрите, какие классные, с бордюром. Они называются «Афина». Полотенца из 100% хлопка, плотностью 400 грамм, размер 70 на 130. Цена 350 рублей, производитель Республика Узбекистан. И есть еще вот такой вариант, тоже махровое полотенце с бордюром, размером 70 на 130, в составе 100% хлопок, плотность их 380 грамм, цена 236 рублей. И производитель также... А производитель России здесь. И снова новинка. Покрывало Ультра Степ. Покрывало размером 150 на 200 сантиметров. Он как бы подходит на полутораспальную кровать. Материал верха полиэстер. Наполнитель синтепон. Полиэфирное волокно. Изготовитель ИП делает. Производитель России. Город Екатеринбург. Расцветка здесь есть разная. В большом ассортименте. На любой тоже вкус и цвет. Есть коричневые, серые, светлые, темные. Вот прям какой только хотите. Стоимость 450 рублей. Также здесь есть покрывало и на двухспальную кровать. Размер этого покрывала 180 на 200 сантиметров. Большие. И цвета, расцветка здесь тоже в ассортименте. Вот такой светленький есть. Так, стоимость этих покрывал 600 рублей. В этом магазине в большом ассортименте есть пододеяльники двухспальные. Размером 174 на 215 сантиметров. Они однотонные, есть также с рисунком. В общем, здесь все в большом ассортименте. Есть не только пододеяльники, есть еще и простыня на резинке. Вот, например, 160 на 200 на 23. Тоже есть и однотонные с рисунком. Так, тоже 160 на 200. По-моему, есть еще размеры 180. Вот, 180 на 215 есть. И где-то есть еще 140, наверное. Так, пододеяльник полутораспальный стоит 700 рублей, двухспальный также 700. Простыня 180 на 215 – 370. Простыня 200 на 160 – 429. И 200 на 140 – 430 рублей. Производитель Пакистан. В отделе товаров «Сад и огород» есть вот такая новиночка. Это галоши резиновые с утеплителем российского производства. Размеры здесь в ассортименте. И смотрите, есть отделка синенькая, а есть вот такая черная. В общем, два варианта здесь. Цена 188 рублей. Также есть мужские резиновые сапоги. Размеры в ассортименте, производитель Россия. Такие черные сапоги, не очень высокие, стандартные. Стоимость 273 рубля. Есть женские сапоги резиновые. Вот здесь уже расцветка в ассортименте. Есть белые, черные, зеленые и защитного цвета. Они стоят 273 рубля тоже. Также галоши есть без утеплителя, просто обычные резиновые галоши. Смотрите, они здесь даже чем-то обработаны, типа талька, что ли. Стоимость 127 рублей. Напоминаю вам, что в продаже есть универсальный грунт. Называется «Секреты роста». Объем здесь 60 литров. Цена 159,90. И снова новинка. Привезли кашпо для цветов объемом 5 литров. Цвета здесь в ассортименте. Всего на выбор 4 расцветки. Так, продаются кашпо вместе с поддоном. Производитель России. Цена 75 рублей. А это набор контейнеров с крышками на защелках. В наборе 3 контейнера объемом 500 мл, литр и 1,5 литра. Они прямоугольной формы. Производитель Россия.
Город Димитровград, Ульяновская область. Цена 152 рубля. На выбор есть три варианта по цвету. Синие, красные и зеленые. Также есть вот такие ажурные корзины. Продаются они по 3 штуки. Красивые прямоугольные корзиночки. Размером 28 на 19 на 10,5. Цена 150 рублей за 3 штуки. Табурет высокий, пластиковый, серии Ротанг. Здесь они только коричневого цвета. Цена 230 рублей. Производитель Россия. В продаже есть светодиодные светильники, антивандальные, торговой марки «Эра». Мощность его 12 Вт, цветовая температура 5000 Кельвин и 1140 люмен световой поток. Покажу поближе, как выглядят эти светильники. Он прям такой, знаете, мощный, толстый, плотный такой пластик. Цена 467. А еще в продаже есть вот такие аккумуляторные фонарики, которые заряжаются от сети. Зарядное устройство идет здесь в комплекте. Есть вот такой фонарик, и работает он еще как светильник. В светильнике 12 лет ламп, а в фонарике 18 лет ламп. Естественно, он будет светить ярче. Так, два режима непрерывной работы будут работать 4 часа. Представляете, насколько его хватает? Здесь аккумуляторная батарея на 1500 мАч. Цена 379 рублей. А это сетевой фильтр Эра. Максимальная мощность 2200 Вт. Здесь 5 гнезд и плюс 2 USB-порта. В них можно заряжать, например, телефон. Есть кнопка включения-выключения. Длина провода здесь 1,5 метра. Но цвет в наличии вот только черный, к сожалению. Цена 468 рублей. На кассе продается вот такой набор. Он называется «Звездочка». Здесь два бальзама «Звездочка» на основе натуральных эфирных масел. И есть еще биологически активная добавка к пище, дополнительный источник витамина С. 40 таблеток по 100 мг. Цена набора 260 рублей. На сегодня это все. Если вам понравился мой обзор, пожалуйста, оцените его лайком. Обязательно подписывайтесь на канал. Увидимся мы с вами, как всегда, очень скоро. Берегите себя и близких. Всем пока-пока.